Всем привет, ребят, это Lead97 Channel. И снова обзор посылок из Китая. Пришел ко мне сегодня вот такой вот маленький пакет. Такой сделаю бегленький обзорчик. Совсем крохотный, оценен в 50 грамм. По цене оценим в 2 бакса. Так, блин, не фокусируется. Ну, я думаю, что видно будет. Не хочется не фокусироваться. Так, тут продавец написал в описании товара necklaces and earrings, то есть сережки и все. Ну, на самом деле тут не сережки, тут подвесочка такая интересная, стоимостью где-то 30 рублей. Продавец их дорого оценил. Насчет того, сколько шла, вот пришла вчера, 8 августа. Какого отправили, не знаю. По трек номеру отслеживалось, но не сразу. Так, откроем быстренько. Такое вот у меня сейчас времени нет. Поэтому делаю вот такой вот обзорчик, чтоб мне не пропадать совсем с каналом, а то опять много видео навыкладывал, там в анонсах у всех наобещал, что будет стабильно все. Не, нифига, ребят, всякие бывают экстренные ситуации в жизни, что начинаешь забывать о посылке из Китая. Так, вот. Оу, ничего себе, вот так вот. Упаковочка, пупырочка. Там пупырка, и тут пупырка. Вот это да. Вот такая прикольная, прикольная подвеска пришла в магазин. А, вот. Вот такая. Подвеска, тут написано Fashion Jewelry. То есть, вот. Стильные штучки. Jewelry, это сокровище, но это не сокровище. Что за сокровище, 30 рублей не стоит. Так. Как бы мне это дело открыть? Не хочу рвать пакет, поэтому я просто разогну скрепочку. Просто я так вот разогну. Опа. И все, пошло дело. Так. Металл дешевый. Материал дешевый металл. Вот, в общем, блин, другой стороной. Вот такой черепок, и у него такие две электрогитары. Ну так, чисто для понтов. Кстати, я заказывал подобную вещь. Тоже из этого же магазина, по-моему. Нет, из другого. Вот такой типа череп-каратель. Ну, тоже прикольная подвеска. Очень классная. Стоит тоже в районе 20. А по-моему, сейчас дороже даже стоит. Если кому-то интересно, вот тут будет ссылочка. Заходите, посмотрите распаковку вот этого черепка. Так, ну вообще, что могу сказать? Черепок, конечно, мой покруче, во-первых, и по увесисти, вот он вообще вот чувствуется на вес, что тяжелый. А этот, ну, легенький, простой, ну, просто так, знаете, чисто, ну, так-то выглядит прикольно. Ссылочка будет в описании на данную подвесочку. Так, что тут еще, что я могу о ней сказать еще? Не знаю даже, что сказать. Цепь нормальная, сейчас себе надену. Цепь нормальная, ну чисто, ребят, ради понтов. Она даже как-то круто, я думал, она хотя бы будет потяжелее. Ну так, просто вот такая маленькая. Ну смотрите, если у меня лапа такая. Лапа, ручища. И вот такой вот маленький, такая маленькая подвесочка. Ну вот, смотрите сами, в общем, ссылочка будет. Заходите, смотрите, если кому-то надо будет, покупайте. Так. Ну, перед тем, как сказать пока, хотел сказать, что канал продолжает свою работу. Идут более 10 посылок, так что обзоры будут. И будут... будет одна... Ой, нет. Будут две новые рубрики. Одну я уже запустил, будут еще две новые рубрики. Буду скоро. В ближайшее время, я надеюсь, уже начну монтировать все видосы. И буду выкладывать. Ой, что-то плохо обращаюсь с товаром. В общем, вот, всем спасибо, кто смотрит мой канал. Если понравилось видео, ставьте большой палец вверх. Если не понравилось, ставьте большой палец вниз. Комментируйте видео. Смотрите мой канал. Всем спасибо за внимание, ребята. Всем пока.